После скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой многие ее участники решили искупить вину и совершить доброе дело. Первым с благотворительной миссией в Донбасс поехал Дима Билан. Дима Билан приехал с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. Он посетил республиканский травматологический центр, где встретился с маленькими пациентами и их родителями, привез подарки. Детский центр в Горловке получил от Билана так нужные им кондиционеры. Также Дима, известный большой любовью к братьям нашим меньшим, посетил приют для бездомных животных, которому преподнес в дар 3 миллиона рублей. Победитель Евровидения не удержался и даже взял из приюта кота, хвостатый питомец получил кличку Шахтер. После этого произошла встреча звезды с героями-участниками СВО. Певец несколько часов общался с мужчинами, которые воюют на передовой, и пообещал помочь тем, кому нужно протезирование. Отметим, что сам Билан получил несколько подарков от жителей Донбасса и остался доволен. Правда, пока официальных комментариев от него не последовало. Напомним, что со дня голой вечеринки Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор» прошло меньше месяца. После публикации серии непотребных видео и фото общественность потребовала разобраться не только с хозяйкой вечера, но и с ее гостями.